Да, почему не работал код? Я не понимаю, почему не работал. Я все пары честно сжал тот код, который был у меня. По спецификации все классы, которые будут атрибутами в сессии и только в сессии, ни в реквесте, ни в сервлет-контексте, должны быть имплемент serializable. При этом спецификация говорит страшные вещи. Она говорит, что все атрибуты должны быть имплемент serializable, но если мне нужно будет твой атрибут сделать в бинарный вид, то не факт, что я буду делать object output string. Первое, давайте так. У нас где есть атрибуты? У реквеста, у сессии, у сервлет контекста. Да, контекст написал всего. Если я пишу WebXML, тут я могу вставить просто вот так. Distribute table. И вот это все, что я могу сделать. ID от XML она досталась. Бессмысленная штука. И внутри ничего нет. То есть я просто обозначаю свое приложение как распределенное. На кластере имеется в виду. Как это реализовано? Теперь как говорит следующее, что сессия, вот это единственный объект сервлет API, который должен быть каким-то образом. Хорошо. Меняется твое поведение, когда ты переходишь, пишешь distribute table, и у тебя теперь несколько экземпляров Tomcat, которые друг друга как-то находят. Первое. Не описано, как себя находят сущности в кластере. Это уже спека Tomcat, спека Jetty, у каждого своя. Сказано следующее, что атрибуты, помещенные в сессию, теперь в зависимости от того, как сделана собственно, репликация сессии, что требует спека? Спека требует, смотрите, четко, дословно. Все атрибуты, которые помещаются в сессию, обязаны быть implement serializable. Но, если нам так и нужно будет их превратить в бинарный вид, мы вам не обещаем, сервер контейнер не обязан использовать, собственно говоря, object output stream. В принципе, никто не мешает контейнеру вручную по рефлексии заходить в bin, читать все его поля. И, например, если он вводит, видит строковые поля, он применяет к ним zip. А если видит числа, он к ним применяет еще что-то. То есть, в принципе, протокол сериализации, который использует object output stream, он совершенно не самый эффективный. То есть, навскидку, все его конкуренты, которые есть на рынке, вот, open source, где-то в 2-3 раза лучше сжимают бины. То есть начиная от того, что, например, object output stream, то есть стандартная сериализация, она при сериализации в каждый экземпляр пишет полное имя класса. Когда ты сериализуешь класс net, головач, трампарам, суперпакет, суперпупер класс, то вот эта строчка будет в каждом сериализованном экземпляре. Возможно, логичнее от полного имени взять MD5 и сохранить MD5. То есть резко сократить объем. Поэтому они требуют, чтобы был имплемент serializable, единственное для того, чтобы вы могли четко различать сущности, которые должны преобразовываться в бинарный вид, а те, что не должны. То есть thread, socket, file output stream, в принципе, не могут быть serializable, они не имплемент serializable. Чтобы вы случайно не положили их в сессию, и бедный контейнер не был обязан их передать на другую машину. Что не оговорено в сервлет API? Не оговорено именно в самой спецификации. Каким именно образом каждый контейнер обязан преобразовывать в бинарный вид ваши атрибуты сессии? То есть, если возьмем Tomcat, возможно, не используя свои протоколы. Давайте просто посмотрим, я вот сам не знаю. То есть, Tomcat... Вот прямо 7-й Tomcat. Да, здесь, как только речь заходит про всякие там распределенные хранилища, два важных слова. Это репликация и партицирование.
Репликация означает, что у вас на разных нодах есть идентичные экземпляры. Вот. Партицирование означает, что вообще говоря, ваш экземпляр такой большой, что вы не можете хранить его целиком, вы режете на куски, расколоте в разные места. Абсолютно типично для крупных хранилищ, например, MapReduce Google. Да? Их личная база данных, которая включает до 1 миллиона компьютеров. Или передранный с него open source джавовский Hadoop, который Yahoo украл и поставил на 10 тысяч компьютеров. Да, у них как делается? У них партицирование, насколько это возможно, а репликация по умолчанию фактор 3. Это означает следующее, что когда вы сохраняете, что там MapReduce индекс, то есть Google хранит индекс всего веба, то есть когда я то сохраняю данное x какое-то, то поскольку фактор 3, то у меня есть много машин, 1 миллион. Каким-то образом выбираются 3 машины, и на них хранится x. То есть получается, в рамках этих 3 машин у меня репликация, везде идентичный x лежит. Дальше. Проблема такого хранилища в том, чтобы он постоянно контролировал. То есть, во-первых, когда приходит запрос на x, где-то должен быть все-таки каталог, который говорит, что x хранится на одной из 3 таблиц. Если ты придешь на случайную машину, там почти наверняка x нет. Вот. То есть надо хранить. Первое. Второе. Система должна себя поддерживать состояние, должна считать, сколько есть реплик у каждого фактически элемента. Представьте, что это распределенный сет, и вам просто говорят, у вас будет 1 миллиард каких-то entity, это итоги покупки или продажи акций на бирже. Просто вам говорят, со скоростью 1000 ивентов в секунду они создаются, вы подключаетесь, должны полностью за 3 дня. И вам просто в памяти надо держать, соответственно, 80 тысяч секунд на 1000. 80 миллионов айтемов в сутки, 240 миллионов каких-то айтемов. Вот пишите Java класс. Вот у вас поля, там, дата, название фирмы, текущая цена, что произошло. И вот у этих классов надо 240 миллионов держать в памяти. Вы обнаруживаете, что вам одной памяти не хватит, вам нужно, допустим, не знаю, там, 300 гигабайт памяти. То говорите, ну, если у меня будет 20 машин по 16 гигов, мне хватит. После чего кажется, что то есть вам нужно 300 гигабайт. Машина у вас по 16 гигов. Если вы просто делите, получаете 20 машин. Однако, то есть у вас, ну, при этом получается партицирование. Вам нужно как-то определить на каждой машине, какие данные хранить. То есть какая-то у вас, как в хэшмапе, нужно делать привязку. Что по запросу, например, выдай мне динамику изменения цен на акции IBM, вы по, ага, ключ, что тут, динамика изменения цен IBM. Ну, наверное, IBM это ключ. Вы должны по IBM определить, на какую машину идти. Вы пришли, прочитали. Ну, а теперь возникает следующая проблема. Если у вас только есть партицирование, то если машина сгорает, то она свою, значит, одну 16, одну 20 данных уничтожает. И вы говорите, хорошо, пусть у меня будет не 20 машин, пусть у меня будет 40 машин. То есть суммарным объемом 640 гигабайт. Я там буду хранить информации 300 гигабайт, но каждый элемент информации будет храниться 2 раза, на 2 машинах. При этом это хранилище с чистой репликацией все достаточно просто. Если вы поддерживаете 10, ну, N абсолютно идентичных копий. Все достаточно просто. Машины все время обмениваются пакетами, что у тебя произошло, что у меня произошло, все время накатываются апдейты и так далее. Вот. С реальным хранилищем все сложнее, когда вы начинаете использовать, значит, партицирование и репликацию, то вот эти 2 машины, на которых хранится какой-то элемент данных, они как-то должны между собой... Какой-то менеджер кластера должен детектировать, что одна из машин умерла. И он должен найти другую машину, прийти к этой, взять ее копию данного, которая теперь единственная, и скопировать туда. Где-то там адресную таблицу перезаписать, если тебе нужен x, иди либо сюда, либо сюда. Хорошо.
вот по дефолту у Гугла и у всяких поисковых вот этих монстров современных, все эти Кассандра, Хадупы, MapReduce, вот, у них дефолтный фактор по умолчанию 3. То есть по факту они винтов и Азу используют как бы в 3 раза больше, чем у них данных. Потому что у них все хранится в 3 копиях. Хорошо. Кластеринг репликации. Во-первых, из интересного. По умолчанию, видимо, не поддерживается. Второе. Tomcat достаточно модульная система, но об этом сервлет API ничего не сказано. То есть сервлет API пару несколько месяцев оставлены полностью открытыми. Поэтому надо допиливать их конкретным Tomcat. И вот есть прямо класс, его где-то надо прописать, который управляет, собственно, реализует распределенную сессию. Соответственно, этот класс просто-напросто должен применить какой-то интерфейс. У этого интерфейса даже в составе Tomcat есть много реализаций. Сейчас посмотрим. Более того, можно написать свою реализацию распределенного фактически кэша. Вот реальное место, где он нужен. Итак, тра-та-та, вот all-to-all session replication. То есть по умолчанию у вас будет фактически полная репликация. Никакого партицирования, потому что, ну, обычно, ну, какой у вас объем данных в сессии? Ну, у вас, например, там 100 тысяч юзеров, у каждого там по 100 байт данных. 10 мегабайт. У каждого по килобайту данных. 100 тысяч юзеров. То есть 100 мегабайт. Вы вполне можете на каждой машине держать полную копию. Соответственно, получается, что этот дефолтный кластеризатор, ему не нужна, по большому счету, липкая сессия. Липкая сессия нужна, когда у вас сессия Иванова хранится на этой машине, а сессия Петрова на этой. И у вас load balancer надо как-то рассказать, что если ты завел сессию, когда бросил на машину 1, 2, 3, то теперь с этой сессией там бросай на эту машину. Если у нас all-to-all replication, то ты можешь бросать на любую машину. Потому что сессия передается туда. Обычно делаются такие вещи как? Опять же, все на overscale. Вот у вас есть машина. Одна крайняя стратегия. Пришел запрос, ты сохранил и отпустил его. И при этом фоне начинаешь апдейт накатывать на других. Типа, мужики, я запомнил, все, ты рендеришь ответ, начинаешь всем сообщать. В чем плюс? Максимально быстро. Да, ты там фонишь пакетами в сети, какой-нибудь UDP broadcast, там что-то ждешь от них ответов, не важно. Да? В чем минус? Если ты прислал на ноду, говорит, да, принято, вы перечислили нам 50 тысяч долларов, или вы сорвали джекпот, отрендерили ваш TVN и умерли. Поскольку у вас кластер, ну вряд ли вы в каждой, ну это сессия, да, вы не в базе данных сохраняете. Нода умерла, то больше никто об этом ничего не узнал. Более того, нужно делать алгоритм garbage коллекции информации на кластере. Потому что если ты трем машинам что-то сообщил, а пяти не сообщил и умер, то ноды должны обменяться информацией, прийти к решению, что тот, кто рассылал апдейт, умер. И они, соответственно, могут спросить про голосование, сказать, перед смертью он сообщил меньше, чем половине. Поэтому откатываем эту информацию, удаляем эти атрибуты сессии. Или наоборот, 10 машин накатило, до двух он не дозвонился. Тогда эти машины на эти машины накатывают. Этот класс распределенных алгоритмов, они по мощности сравнимы с многопоточными алгоритмами, но в харьковской жизни применяются много чаще. То есть кластера есть у очень многих компаний. То есть точно я знаю, у EPAM есть, у Mirantis есть, у Grid Dynamics есть, похоже, у всех есть. Другая политика. К тебе приходит запрос. Ты пока всем машинам не сообщишь и не дождешься от них ответа, ты не рендеришь ответ. В чем проблема? В чем плюс? Абсолютно гарантированная запись. То есть если пользователь увидел, что окей, 50 штук перечислено, то все машины знают, что перечислено. То есть информация соответствует, ядерный взрыв уничтожит все машины. Да, еще мы столкнулись, в американском законодательстве есть там какие-то бумажки, и там ряд ПО может быть установлен только при следующем требовании. Я не скоро сталкивался, какой там уровень секьюрности. Информация должна дублироваться минимум в двух дата-центрах, расстояние между которыми должно быть больше, чем типа там 160 миль. Ну, то есть фактически, ну, то есть
извержение вулкана, землетрясение, наводнение, ну 160 миль, это 200 с чем-то километров, фактически даже это ядерная война. Ну, то есть ядерная бомба не такая мощная. Соответственно, возникает проблема. Ну, кидать, каждый раз, когда у тебя меняется сессия, кидать все пакеты за 300 километров не очень разумно. Итак, есть промежуточные стратегии, это когда ты получаешь запрос, посылаешь всем. Да, естественно, тут, если ждешь ответа всех, то время отклика начинает очень сильно падать с ростом кластера. То есть сюда находится какая-то дурная машина, которая медленнее всех отвечает, она начинает всех тормозить. Поэтому есть промежуточные стратегии у нормальных механизмов кластеризации. Ты посылаешь сообщение всем, когда отвечает, например, больше, чем половина, ты отвечаешь «Окей», и продолжаешь долбить остальных информацией. Почему? То есть, если больше, чем, да, нужен еще дальше быть протокол, который продолжает это накатывать. То есть, даже если ты умрешь, между машинами должны быть постоянно механизмы голосования, они выясняют, кто что знает, потом голосуют, если это знает больше, чем половина машин, они считают это правдой. Это типично, это есть в Hadoop, это есть в Facebook Cassandra, что еще стоит почитать? Hadoop, это яхушный, и Кассандра, это фейсбуковская. Обе написаны на Java. То, что называется NoSQL. Вот. Соответственно, хитрость в чем? Просто сейчас это тренд, есть тяжеленные фреймворки, по ним книги, но в принципе каждый раз, когда сталкиваетесь более чем с одной машиной, и у вас одна бизнес-логика стоит больше, чем на одной машине, то вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно ну, что-то уже делать. Даже если вы просто включаете что-то в Tomcat, и надо понимать, о чем они, ну, что они говорят. Так, мультикаст, то есть что-то это как-то делают по UDP, значит. Ну и тут начинаются какие-то сетевые штуки. Вот какой-то есть replication transmitter, то есть, видимо, тот, кто занимается, собственно, сериализацией. Ха это high availability, высокая доступность. То есть вот эта штука, видимо, контролирует, чтобы на всех нодах были идентичные варники. Какой-то вот класс, который слушает сессию во всем кластере. Так, что я говорю. Все атрибуты, которые в сессии и только в сессии, к ней требования, должны быть implement serializable. В WebXML нужно писать distributable. Так, вот балансер, overview. Да, дальше вот начинается, это даже Tomcat, то есть простейший веб-сервер, ну самый первый, его все используют, но у него внутри достаточно сложный потроха. Можно строить какую-то топологию. Потому что если у вас просто есть такой полносвязный граф, вы ставите 20 машин, они начинают непрерывно друг другом развиваться, учитывая, что запросы с равной скоростью идут. Тогда часто, ну вот, в том, как встроено, можно выстраивать некоторую топологию, чтобы как было два кластера, 5 машин и 5 машин. Они говорят между собой, когда договорились, они говорят как кластер с кластером, чтобы было меньше сообщений. Огромная проблема всех кластеризованных решений – это групп membership протокол. Когда чем распределенное программирование отличается от многопоточного? Многопоточно есть много независимых активностей, которые, во-первых, между собой никак не синхронизированы. New thread. Все. Я знаю, что их оба стартовал, чем они сейчас занимаются, я не знаю. Может, Shadow их не запускал. Вот. Но, по крайней мере, мы знаем, что они все живы. Если его там не убило какой-то смертоносным эксепшеном, то он жив. В распределенном программировании у нас тоже независимые активности. Да, на каждой ноде по экземпляру Tomcat. Но проблема в том, что мы должны изначально исходить из того, что любой из них или даже любая группа из этих ребят может умереть просто одномоментно и ничего не сообщить. Одна из худших, значит, смертей – это когда штука… она отвалилась. Мы должны определить, что она дохлая. Например, мы не должны ее ждать. Если мы устраиваем голосование, мы не должны ждать ее голоса. А она не узнала, что она дохлая.
у них подсенка отвалилась, на нее запросы не идут. Она говорит, ко мне просто не идут запросы. У меня ничего не меняется. Я никаких бродкастов не делаю. Она поставила 10 минут. Эти машины переговорили. Говорят, та мертвая, она стала на одну меньше. Потом подсетка восстанавливается. И это значит, да, флешбэк из прошлого, зомби встает. Да. И, например, обнаруживает всех, начинает участвовать в голосованиях, что-то требует и так далее. А это, у меня есть новое знание, вы считаете не так, я кое-что знаю, начинает накатывать данные из прошлого. И там вот из интересного нужен протокол, когда каким-то образом кластер согласованно выясняет, кто является его членами, а кто нет. Это реально распределенное знание. То есть в идеальном мире, то есть в идеальном протоколе, как бы все машины однотактно начинают считать, что вот та машина является нашей частью. Или каким-то одномоментно считают, что она не является нашей частью. В худшем случае, ну, например, машины по очереди обнаруживают, что там машина дохлая, и эти еще пытаются ей накопить апдейты, у них жуткие тайм-ауты, а эти уже считают, что она мертвая и так далее. Да, хуже всего, когда у вас было как-то кластер из там, 5 машин, и 2 вырубилось, потом одна поднялась, вырубилась другая, потом та поднялась, эта вырубилась. Ну, какие-то сбои в сети. Я о чем? Это мега круто и, собственно говоря, при работе с этими всеми популярными интересными облаками, лично для меня наиболее интересное это облачное хранилище. То есть как только вы начинаете говорить, что у вас есть 20 машин и там хранятся данные, фактически одно данное с точки зрения пользователя, его приходится резать на куски, разбрасывать по разным просто GVM. Эти GVM начинают включаться, выключаться. А теперь надо как-то сделать так, чтобы с точки зрения пользователя это все еще одно данное. Если он в корзину покупок добавил товар, то у него одна корзина покупок его. Не должна она меняться, если он на ноду попал и так далее. Вот. И, собственно говоря, ну, введение в эти алгоритмы можно посмотреть, просто поковыряв части Tomcat. То есть конкретный вот класс, то есть взять его, открыть. Но при этом атрибуты должны быть serializable, но вы должны смотреть в конкретном своем веб-контейнере, каким именно образом он будет преобразовывать ваши данные в бинарный вид. Возможно, использовать не классическую сериализацию, а какой-нибудь другой алгоритм. И вот тут вот я, похоже, оплошал. Не понимаю, как он у меня работал. Хорошо, так, сердце. Так, я добавил в проект netgalavach папку example. Там сейчас эта подпапка GDBC. Интро то, что мы смотрели, то есть это не часть проекта с точки зрения бизнес-информации. Это именно просто примеры с методами main. Самый типичный вопрос по GDBC это дают бумажку, дают ручку. Я его 100 раз слышал, меня не спрашивали. Ну, весь интернет пестрит этим. Я бы так спрашивал. Дают бумажку, ручку, говорят, пиши, вот ты должен из базы данных, из таблицы какой-нибудь прочитать какую-нибудь строку. Ну, то есть нужно найти какое-то место, куда всунуть SQL, туда получить ответ, распарсить ответ. Это место, например, и начинается. Statement, prepare statement. Хорошо. А его-то откуда получил? То есть сигнатуры метода, имена метода помнить не обязательно. Теперь хорошо, prepare statement, ты его откуда получил? Из connection. А connection откуда получил? Из драйвера. А дата сорс откуда получил? Из драйвера. Драйвер не производит дата сорсов. Написал свой класс. Но SAS это интерфейс, драйвер его не имплементирует. Поплыл. Ну да. Поэтому, то есть это самый наиболее типичный вопрос, то есть половина собеседований по GDBC начинается с него. Поэтому дома просто напишите метод main и получите, сходите в базу и добавьте туда одну строчку. Или прочитайте select звездочка from какой-то table name. Выделайте одну из двух. Вам нужен какой-то statement. Или prepare statement. Вы с его помощью пошлете запрос.
туда из клиента. Назад получите result set. Надо корректно распарсить result set. While RS next, читаешь мне поля, хорошо. Эти штуки берутся из connection. Connection берется, и тут начинается. Можно вручную получить драйвер. Тогда, скорее всего, делается следующим образом. Ну, либо прямо пишите new, там, com, mysql, та-та-та, драйвер, либо, если у вас в момент компиляции его нет, вы подложите тогда класс for name. Класс for name и полное имя драйвера. Но если в момент, когда вы компилируетесь, этого джарника у вас нет, а вы подложите в момент исполнения. Делайте так, приводите к драйверу, получаете драйвер. У него get connection. Либо же, ну то есть, вы берете драйвер менеджер, у него есть get connection. Драйвер менеджер при помощи какой-то магии собирает все драйвера, которые сейчас есть в системе. У каждого вызывает accept URL, тот, кто говорит yes, yes, я accept, у него говорит давай connection. Моя логика. Driver manager get drivers. Можно спросить все драйвера, которые ты знаешь. Он считает enumeration, такой устаревший итератор. Я по нему иду, печатаю класс и предлагаю вот корректный MySQL-овский JDBC URL и некорректный. Что они отвечают? Этот говорит не. MySQL-овский говорит да, нет. И нашло мне еще HSQLDB, говорит, не подходит. Все пишу, driver manager.getConnection, если я дам вот этот URL, то найдут MySQL-овский драйвер, он вернет connection. Это реализовывается все сейчас, начиная с Java где-то 5 или 6. Шестой. Нам этот функционал явно вытащили. Его раньше использовали многие. Называется сервис лоадер. Сервис лоадеру вызываешь метод load и даешь имя класса. Он должен быть обычно, наверное, интерфейсом или это не важно. Ну, в любом случае, имя предка. Интерфейс, класс, абстрактный класс тут не скажу. И лоадер возвращает. Как это я делаю? Сервис лоадер является итерейблом. Все, что является итерейблом, потому работает forEach. Ну вот я forEach бабахнул. И, соответственно, я могу собрать все реализации данного интерфейса или данного класса. Я пытался найти еще какой-то image.io, но не нашел. Надо глянуть в интернете. То есть я вот при помощи сервис лоадера делаю абсолютно то же самое, что делает JDBC, только ну, стандартным классом JDK. Java UQ. Java SQL драйвер, он находит один драйвер, второй драйвер, третий драйвер. Второй типичный вопрос на JDBC, по JDBC, не знаю, почему спрашивают, это типы JDBC драйверов. Их 4, вот это вот один тип, вот это второй. Вот эти два наши MySQL-овские и HSQL-DB полностью написаны на Java и ходят напрямую в базу, реализуя протокол. А вот этот JDBC ODBC мост, это драйвер, который в базу не ходит. Он написан на Java, плюс включение типа на C++, и он просто подключается к другому драйверу. То есть фактически он ни протокола, ничего не знает. Все, что он знает, это как найти ODBC драйвер корректный и как себя преобразовать, ну, свой протокол к нему. Третье, как из Java подключиться к библиотеке на плюсах. Сервис лоадер. Так, а кто скажет, почему сервис лоадер нашел JDBC драйвера? Каким образом, например, я хочу. Так, во-первых, давайте драйвер. Сколько у меня наследников? Ну, то есть.
Вообще говоря, у JDBC, у класса драйвера намного больше наследников. Почему сервис лоудер нашел только трех? Метаин. Да. Метаин? В Java, вообще говоря, нет способа по классу найти всех, кто его реализует. Нет и все. То есть у класс паса фактически структуры как бы нет. Вы говорите, вот Java Util List, кто его реализует? Я говорю, не-не-не, класс пас это простая мапа, ты даешь ей имя класса, а мы пытаемся его найти. Если не находим, получаешь класс not found exception. Нашли, восстановили класс. Вот. Поэтому пришлось прикрутить такой велосипед, что вот мои external library, вот есть MySQL connector G, да? У него папка metainf. Еще jar java archive. Здесь jar var web archive, er enterprise archive. Это и джебишники так сжимают. И есть еще парочку штуковин, тоже разные буквы R. Это все с точки зрения формата. Это все zip. Единственное, что есть определенные договоренности, как внутри там хранить файловую систему. То есть все эти файлы открываются любым zip-архиватором. Единственное, вот, что джаром договорились, что можно делать папку metainf, у нее определенный смысл. Ну, то есть, если вы сделаете папку metainf, то инструменты, работающие с джарникой, могут в ней что-то найти. Сделайте другую папку, извините, обычная папка. Там есть папка сервисов. Просто services. Там текстовое файло, имя которого это имя этого класса или интерфейса, реализации которого внутри описаны. Тогда класс пассу JVM обращаются, говорят, дай мне класс java sql driver.txt. Как это делается? У вашего этого SQL тоже этот же файл есть? Да, конечно. Сейчас глянем. Делается так, мне нужен какой-то класс лодер. Что еще надо сказать? Когда я говорил, что, например, Singleton один на всю JVM, да, то вообще говоря, в Java единицей между JVM и вами находится еще класс лодеры. По умолчанию фактически там один класс лодер, который по дефолту вам прикрутили, и которых загрузили. Их три, но ваш личный, тот, которым загрузили класс, который метод main. Но если вы создаете свои класс лодеры, то у вас в каждом класс лодере будет свой экземпляр синглитона. Это можем отдельно посмотреть, и поэтому вам нужен. Класс пас привязывается не к JVM. Класс пас у каждого класс лодера свой. То есть я могу сделать полностью свой класс лодер. Окей, кто скажет, почему так заработало? И так не работает? Говорит, класс абстрактный. А я говорю, хоп, проехали. Потому что наследует анонимный класс, который наследуется от абстрактного. Да. Класс лодер абстрактный. Значит, его экземпляра создавать нельзя. Но у него нет ни одного абстрактного метода. В Java это разрешено. Просто я создаю класс, я не хочу создавать экземпляров. Плодите потомков. Вот. Когда я поставил скобки, я создал наследника. Он анонимный. Его имя, скорее всего, называется serviceLoaderExample$1. Хорошо, кто скажет? Это статический static nested или inner класс? А почему это static nested? Пишем статическое выделение. Да. Хорошо, если я сделаю вот так. Да. А вот так. Nested. Ну сейчас это статическое поле. Когда убираю, это поле экземпляра.
Они жадные, раз это поле экземпляра, то в момент создания не могут захватить ссылку на экземпляр. Это одна из проблем Java, есть такая, она достает, что если ты находишься в нестатическом контексте, а хочешь создать static nested класс, ты не можешь этого сделать. Ты хочешь быстро анонимный runable сделать и потом бросить. А эта штука захватывает у тебя контекст и говорит, оп, я получу ссылку на тебя. Ты говоришь, не-не-не, не надо. Она говорит, я получу. Фактически можно создать отдельный статический метод, который будет возвращать runable, ты его вызвал, он вернул runable, и теперь эта штука не содержит ссылку на тебя. Соответственно, то есть все усложняется. Вместо того, чтобы просто создать new runable, ты создаешь статический метод, который возвращает runable. То есть некоторые считают этой проблемой, что я иногда явно не могу, то есть находясь в нестатическом контексте, отрезать контекст, сказать, ты статик, статик nested. То есть из-за автоматического захвата. Хорошо, могу создать свой класс лодер. У класс лодера элементарно, что такое класс лодера? Как пользуется класс лодером? Cell, точка, допустим, static будет. Ну и слот класс. Ты ему даешь имя, назад тебе возвращает класс. Где он ищет? Что такое класс пас? Очень просто. У класс лодера есть куча методов, которые можно переписать. Вот, собственно говоря, всякие там find class, find resource. Вот, например. То есть вот этот метод, если ты переопределяешь, то данного, ну там, я не помню, это, они как-то все сложно связаны, ну, допустим, вот этот. То есть фактически это данный класс лодер, ты ему даешь строковое имя, а назад получаешь input stream. Класс пас это просто описание, ну, тех мест, откуда класс лодер может по имени находить input stream. Это могут быть куски файловой системы, папка, из которой вы запущены, а также папка JRE, а также что-то еще. Это может быть база данных. Вы можете качать с сервера. Вы закачали один класс, запустили, он собирается в другие классы качать с сервера. Так вот, насчет синглитонов, как бы вы ни защищали синглитон, если загружать класс двумя разными класс-лодерами, то в каждом класс-лодере будет по одному синглитону. И это, по-моему, невозможно никак пробить. Единственный способ зацепиться за операционку. Например, когда синглитон поднимается, он делает серверный сокет на 80-м порту. 80-й порт один на всю машину, любая другая, то есть вы даже делаете синглитон между JVM-ами. То есть любой другой JVM, человек пытается захватить 80-й порт, не получается. Если вы не вылазите наружу, не цепляетесь за какой-то файл, тот, кто собственник файла C, TMP, Super TMP, TXT, тот и главный синглитон, все остальные должны умереть. Это для чего сделано? Можете тоже столкнуться, каждый варник в Tomcat'е, Tomcat это одна JVM, один процесс, но он каждый варник загружает отдельным класс-лодером. И поэтому получается, что если вы один тот же варник два раза положите в WebApp, он подымется. Если в нем есть синглитон, у вас есть в одном Tomcat'е, то есть в одном Java процессе, три варника, в которой идентичный код, и у вас три синглитона, и они друг о друге вообще не знают. Но иначе было бы зацепление там через всякие статические поля. Так вот, этот самый сервис-лодер, класс-пас, у класс-лодера этот getResourceAStream даешь строковое имя, получаешь input-stream. В класс-пас можно помещать не только классы, но и вообще любые файлы. И вот он таким образом ищет просто-напросто, он пишет что-то типа, ему надо взять какой-то класс-лодер. Вот, например, что я сейчас делаю? Я беру свой класс. Раз у меня выполняется метод main, значит я загружен. Раз я загружен, у меня есть класс лодер. А я пишу get resource as stream. Я говорю, я хочу Java SQL driver. И я получаю прямо-напросто, прямо input stream
на этом поставить txt. То есть при помощи вот такой строчки я получаю input stream на первое файло с таким именем первое, которое нашли у меня в ClassPass. С ClassPass, с класслодерами иногда бывают чудовищные проблемы в веб-приложениях. То есть оказывается, что вы никак не можете найти файло, которое точно там рядом лежит. То есть у этого класслодера, которым пользуетесь, не попадает оно в ClassPass. Абсолютные пути файловую систему в веб-приложениях использовать нельзя, потому что вы не можете написать C, TMP и так далее. Потому что ваш варник ну, тут на винде лежит, тут на Linux. Да? Его перемещается с одного места в другое. По большому счету, даже относительные пути вы использовать не можете, потому что веб-приложение, вообще говоря, как бы не должно вылазить из своего варника. Потому что вы в одном месте вылезли из варника, а вы в Tomcat 7 версии, отдали тестерам, вылезли из варника, а там стоит какой-нибудь Jetty. А потом кто-то закачал, вылезли, а там снаружи GlassFish. То есть как только вы пользуетесь чем-то, что не лежит в варнике, вышли, я такой в файловой системе. Покажется, что там каждый раз при каждом запуске может быть разная файловая система. Поэтому желательно читать только то, что внутри варника. А дальше оказывается, поскольку варник является zip-архивом, то есть если вы пытаетесь читать его средствами файловой системы, он говорит, вот есть одно файло, quiz-var, вот оно. А с точки зрения ClassPass, стандартно джарники, варники, все это дело разбирают. И у вас в ClassPass отдельные сущности. То есть в лёг попадаем в конкрете. Да? Когда мы пытаемся вылезти уже за деплойном варнике, мы на самом деле не в веб-апе, а в вилке. Нас разворачивает этот лёг. Меня разворачивает в веб-апе. В веб-апе разворачивает. Вот тут, наверное, отличие между тем... То есть, ну, если я стартую все вручную, вот меня разворачивает веб-ап. Ну, вот мой варник. Там простой вёрки, нет папки Каталина. Все это должно быть. Вёрки Каталина. Есть. И там тоже разворачивается. Да тут похоже. Ага. Ну тут прикомпилированные GSP у меня лежат, например. То есть когда мы указываем этот путь, отправным у нас является веб-ап, да? Вот тут я не скажу. Тут как с этими путями? Mm-hmm. То есть что будет, если... Не знаю. Там как получается? Если вы общаетесь с файловой системой, вам приходится указывать вложенные папки. Да? Вы откуда-то пляшете. В ClassPass может оказаться, что в дереве у вас к ClassPass прилежит и корень, и какая-то подвинка. В ClassPass может прилежать и папка lib внутри папки web, вам джарники доступны. И еще и папка resources какая-то, и еще какая-то папка. Вот этого просто не скажу. То есть, как точно, абсолютно точно выглядит ClassPass в поднятом варианте. Ну, то есть, не скажу. Я хочу прочитать GSP, который лежит в папке webinf. Вот я не скажу, прямо ее указать или писать webinf slash, например. Но в любом случае, вы не вылазите за пределы своего варника. То есть вы пляшете от варника. То есть я думаю, соседние варники вам не видны. Вы, в принципе, если сделаете class for name библиотеки, которая лежит в соседнем варнике, вы его не получите. То есть по умолчанию она в ClassPass не лежит. Хорошо, давайте что-то интересное. JDBC функционально можно разделить на 4 области. Одна – это, собственно, SQL. Вообще говоря, SQL — это как бы два немного разных языка, просто у них очень похож синтаксис. Это Data Definition Language плюс Data.